В нашей гастрономической рубрике у нас очень много сладких завтраков, и сегодня мы решили этот баланс немножечко выровнять, поэтому у нас блюдо не сладкое. И это будут вариации на тему спагетти. В данном случае это соба гречневая с креветками в тайском соусе. Макарончики у нас непростые. Кать, что это за макароны? Это соба, азиатские макароны, спагетти из смеси муки. У них низкий гликемический индекс, потому что мука переработана таким образом, чтобы дольше усваиваться долгие углеводы. И мы будем сочетать их с креветками, белковым продуктом и кокосовое молоко. У нас вообще это суп. У нас в магазине продается он как суп, но мы его сегодня будем использовать как соус. Да. В целом, все то, что дает ароматы азиатской кухни, и не нужно собирать отдельные ингредиенты, то есть взяли готовый суп, можно сварить как суп, можно добавить как соус. То есть это такой лайфхак своего рода. Если мы немножко с фантазией подойдем к продуктам, которые продаются в магазинах, то действительно иногда можно суп использовать как соус и наоборот. То есть фантазировать это облегчает приготовление, это экономит время и это придает нашим блюдам особый вкус, особое звучание. Параллельно ставим воду на спагетти. Пока она закипает, обжариваем креветки, потому что это примерно одинаковое количество времени. Все делаем параллельно в 4 руки, так вообще получится быстрее. Очищаем креветки, заранее размороженные, от хвостиков. Они у нас должны быть без хвостов. Дальше параллельно измельчаем зелень. Пока вода закипает, мы высыпаем креветочки. Едва разогретую кастрюлю добавляем масло ГХИ и складываем креветки. И как только еще нагреется кастрюля, мы выливаем туда суп. Все правильно, да? Да, потушим и потом выливаем суп. И минутки 2-3-4 это все в этом супе, который у нас за соус. Все это тушится. Добавляем столько, чтобы креветки были закрыты. В составе этого супа, который мы используем как соус, есть лемонграсс и имбирь. Это все придает такой азиатский аромат, напоминающий суп том-ям и другие блюда этого направления. Мы соединили соус с креветками с собой и сейчас будем перемешивать. И придаем нашему блюду летних красок. Кроме креветок, что еще можно использовать? Гребешки, грибы, можно курицу обжарить, даже прям обжарить хорошо. Есть у нас такая гастрономическая традиция — макароны в качестве гарнира. Есть варианты всевозможные с итальянским соусом и наполнением. А на этот раз у нас азиатская идея реализовалась, и это гречневые макароны с морепродуктами. Это соба, это гречневые макаронные изделия могут стать основой для самых разнообразных блюд, в том числе и вегетарианских. Да.